нахуй, врум, блядь! Два лесничка, дабл мид, блядь, как красиво. Блядь, сюда нахуй, блядь, дура на Федоре, блядь, дай укушу нахуй, блядь, пошел нахуй! Вы пикаете двух лесников и побеждаете в доту. А можешь пойти, например, нахуй? Спасибо. Так, мы ролим, да? У нас роллы пошли, значит. Ну, давай ролить. Сейчас, чую, лесок пойдем покорять. 76 дал. Ну и что? Там Tiny Airlines уже намечается. Я как бы человек простой, вы меня знаете. Я не боюсь этих Tiny Airlines. Я просто возьму лесничка и пойду улыбаться. Так, ну парень, судя по всему, ролл проебал и ушел в лес сам. То есть та самая дота с лесничками. Это кайф. Пудж, ты куда? Что я не хочу идти дабл мид. Я просто пойду дабл лес. То есть как бы в таких ситуациях я бы ак собрал. Но есть минус, что там обезьяна. Типа акс против обезьяны, он ну не самый лучший персонаж. Ну тогда на икс влез. Че, ну у меня, короче, руинер на пудже, который просто молчит, просто молча пикает пуджа и идет в мид. Поэтому я считаю, что руинеры на пудже должны страдать. Правильно? Правильно. То есть я не хотел сейчас брать на мид какого-нибудь, знаете, типа адекватного героя, чтобы стоять дабл мид с пуджом. Ну нахуй мне это надо. Если вам руинят, пацаны, не нужно тащить руинера. И нервы будут в порядке, и заодно еще как бы поулыбаетесь с горящей жопы руинера. Ну мы проебали с вероятностью процентов 95, потому что тинкера ловить нечем, я не на аксе. Обезьяна конкрет Найкса, тикер чистый урон, грейв. Ну то есть тут вообще прямо трибуха нам. Полнейшая трибуха, пацаны. Правда там СФ с топором, но я думаю все равно по пику нам полная трибуха. А, у них тоже дабл мид. Блять, как я соскучился по этой хуйне. Не поделили, у меня долбоеб и там долбоебы, боже. Потом как я скучал. Парень тоже скучал. Мне друг. Мы все скучали. Два лесничка, дабл мид, блять, как красиво. Наоборот, ролевой поезд хуйня, я считаю. Ну, надоел, он не хуйня. То есть я думаю, если в таком аду поиграть пару месяцев, то ты в любом случае вернешься в ролевой рейтинг. Но пока что меня заебал ролевой рейтинг, поэтому я пошел в обычный пиздатый. Блин, опять эти, смотрите, отвожу совиных и появляются сатиры, скриньте. Запомните мои слова. Понимаете? Я игру проходил 3 раза эту. Причем на всех уровнях сложности. Ну вот тут кентавры стоят, я уверен. Да сука, игра сломалась. Хуйня, третьи совы. То есть вы понимаете, что сова, другие крипы, сова, другие крипы, сова. То есть постоянно, блядь, совиный медведь появляется. Это что за хуйня вообще? Сейчас, знаете, сейчас урсы будут. Все, мне похуй. Должны быть кентавры, но я понял, что игра сломана. Поэтому тут урсы, а тут големы. Собак не будет. Все, игра сломалась. Да пошли нахуй. Бля, тут кентавры. Хуйня какая-то с игрой. Ни одной собаки не отпиздил. Это я сейчас должен был, знаете, наверное, игра думает, что я на думе играю. Обычно, когда я играю на думе, я не могу вообще найти собаку, чтобы ее съесть. А, вот они пёсели. Дура пришла в лес, псы появились сразу. Конечно, блядь. Блин, тут пудж пробегал, он, по-моему, экспуз большого дракона спиздил. А я у него спизжу экспуз этого дурака, правильно? С обоих причем. Изи экспа. Ля-ля-ля-ля-ля. Да, сейчас девочка петь будет. Я лесник, я усатый лесничок. Я люблю парни крипов, но помочь я не готов. Я жду, когда команда наша быстро отсосет, чтобы выйти в свое время и насать всем на лицо. Я лесник, я усатый лесничок. Чатик смотрит на усы, а я фармлю крипов. У тебя, я так понял, уже традиция каждый день донатить с какой-нибудь песней про мою игру, где я сосу или не бреюсь, или еще что-то, блядь, происходит. Какое-то непотребство. О, манговое дерево. Ладно, я не гордый. Я как бы, пока я халява валяется, я плоды соберу, мне похуй. Плоды лишними не будут. Блядь, да вы ёбнутые, блядь. Поехали нахуй, бэха, блядь. Врум нахуй, врум, блядь. Дебилы. Да иди ты нахуй, блядь. Бля, если выбью сейчас шмотку, слота не будет. А манго выкидывать западло. Maybe hook or no? Мне кажется, or. Так, ну у меня задача, и вообще вы не понимаете, наверное, для чего я качаюсь. У меня игровая задача — это зафармить пачку эншентов, которые я застакал. Остальное все вообще не интересует, как бы. Блять, надо поворачивать позже. Так нахуя вы сюда пришли, блять? Ходим нахуй.
Нахуй отсюда, блядь. Нахуй отсюда. Что ты ждала меня? Что же ты за себя так любил, так любил? А! Да какой баш, иди нахуй, почему ты башишься? Бля, никому яблоки не нужны. Я, блядь, яблоки пособирал. Они никому не нужны. И книга никому не нужна. Быдло в команде. Сука! Это иллюзия, блядь, не? Серьезно? Я не братан, я твоя подружка, ты шо? Солярис. Пизда мне. И за жопу кусает. Пангольер ливнул. Наигрался. Ты кто? Ты уверен, что ты потянешь пса, мальчик? Ага, блять. Колдовать это будешь нахуй в деревне у бабушки. Сынок, ебать. Пошел нахуй. Колдунья. Убили, манго перекусили. Так, тут дядя Федор, блять, накручивает хуйню какую-то. Блять, сюда нахуй, блять, дура на Федоре, блять, дай укушу нахуй, блять, пошел нахуй! И манго закусили, убить он меня хочет. Куда ты на пса лезешь, дура? Опа. Ты адекват? Или ты, блять, адвокат? Ты конченый, скажи мне. Вот пошел нахуй, я хера дэмэдж набиваю, мне вообще похуй. Ничего, сейчас я куплю башек, они у меня охуеют. Блять, вот прикиньте, если мы эту игру выиграем. Это ж просто шок ебаный. Вы пикаете двух лесников и побеждаете в доту. А зато я сразу вспоминаю те игры, когда я вон недавно на Джаггере играл, на керри с 12 фрагами. На Шторме 25 на 4 проебал. А тут просто лесной Найкс и погнал кусать. 18 минут АФК леса, и вот ты уже ебашить начинаешь. Бабосик собрал. Опа, дядя Федор. Дядя Федор. Не понял, это что такое? Так, пацаны, рассосались быстренько, ебать. Быстренько, блядь, рассосались, нахуй. Паучьи лапки он активировал. Иди сюда, блядь. Да что ты там, блядь, да-да-да, блядь. Сын нахуй Яфица, блядь. Яфиц младший. Угу. На паучьих лапках оно бегает. Иди сюда, сейчас как догоним. Ебало сломаем. Хукаешь хорошо. Слева. Жри его, ебло тупое. Ебать, оно больное. Стой, сука. Он сюда пошел. Он сюда пошел. Парни, подождите 2 минуты 3. Произойдет. Давайте все дружно покидаем лысого и переходим на чары и уедем. Я на нюх шел. Заебался. Я брал на нюх его. Я тупо на нюх взял дурака. Стрей, стрей, почему либометр? Почему у меня 9 сантиметров? Интересные новости. Я не имею никакого отношения к тому, сколько вам выдает бивометр. Извините, конечно. Я не причастен к этому. А, естественно. Меня гнида забашит же, естественно. Я забыл Мьёльнир нажать, но это не важно. Меня просто дура забашит. Конечно же, забашит, и я умру. Ну блин, мне надо фокусить Дазла. Я понял свою ошибку. Мне надо забить хуй на всех героев, просто отпиздить Дазла, потому что Дазл сейвит. Мид не проблема, вообще не проблема. Топ тоже не проблема. Вообще похуй, без лайнов разъебем. Сейчас глиф через 13 секунд, они не снесут. С некрами можно контролить эту штуку. Соло. Манго съел. Героя убил, манго съел. Ебать, у меня у единственного положительная стата в команде, учитывая, что я лесник, ебать. А соло мид-пудж-то как раскачался. Просто машина убийства. Жирная машина убийства. О, крыша упала, это что ты? Ой, больно, ой, больно, ой, больно, ой, как больно. Блять, я пса сел, не в того. А, я невидимый, заебись, в того. Крыша, вылазь. А ты не хочешь сдохнуть, например, я дебил? Я понял, почему я проиграл. Понятно, что. Крысу попал. Ты проебал, потому что ты долбоёб. Понял, все. Блин, я даже тут делал все, чтобы выиграть. Я тащил их как мог. Весь клип мы снимали на пленку, как будто
В старые времена. А можешь пойти, например, нахуй? Спасибо.